этот проект, он существует в России только у нас и еще один вуз к нему присоединился. Это проект Европейской ассоциации преподавания журналистики. Это проект, в рамках которого студенты и преподаватели вместе осваивают самые перспективные технологии верификации информации. Сейчас у нас на премодерации 7-й фактчек находится. Это результат нашей работы с итальянскими коллегами, со студентами Католического университета Святого Сердца в Милане. Хочется проверить, хочется посмотреть, так, правда или нет, прям хочется так до конца статью прочитать, посмотреть, откуда интересно данные взяли, вот, а где вот это, то есть ссылки какие-то вот на фотки, на документы, на какие-то факты. У нас, помимо того, что студенты сами ищут свои какие-то отдельные факты, проверяют их сами, и там, в принципе, они вольны проверять даже русские, на русском языке факты, главное писать на английском языке они. У них также есть проект, где они работают с коллегами из Италии, студентами из Италии, студентами из Германии, и вот там уже приходится не просто читать, писать на английском, но еще и общаться на английском, доказывать, спорить, убеждать, согласовывать. И мне кажется, что такие условия немножко стрессовые местами, когда мнения сходятся, возникают некие такие моменты спора, конфликта, они лучше всего стимулируют вот этот навык разговорного языка, навык общения. И я думаю, что да, участие в проекте, вы не просто учите английский, чтобы был, а вы понимаете, для чего он реально нужен, какие моменты вам, может быть, не хватило грамматики, вы пошли домой, подучили, где нужно выучить там пару слов, чтобы более грамотно с точки зрения утвердить, где не хватает какой-то терминологии, чтобы более точно свою позицию объяснить. Я думаю, что это как стимул, это самая, наверное, идеальная вещь для изучения языка. Сейчас есть идея о том, чтобы включить еврофактчекинг в программу образования магистров. С сентября месяца у нас стартует новая магистерская программа, связанная с преподаванием экологической журналистики, с изучением экологической журналистики. Вот есть такая идея, что одной из дисциплин будет как раз фактчекинг.